Здорово, народ, канал Север Фокс, мы прибыли в город Климовск. Вот, река Петрица, район Сосновки, домашний водоем. Все начало февраля у нас, 19-й год. Вот, вот теперь выехали половить плотву, покормить, попробовать. Хотя середина февраля, середина зимы, я думаю, вряд ли, начало февраля, середина зимы, я думаю, вряд ли что-то будет, но, по крайней мере, отдохнем. Но если все будет хорошо, дальше вы это видео увидите. Все, поехали. Вот теперь плюс 3 градуса, давление 751 миллиметров. Стоит туман легенький. Сейчас будем буриться, кормить. И смотреть, соответственно, что будет, что не будет.
Сейчас вон у меня отдых, маленький перекур, так сказать, 5 минут. Перешел я с того места, кормил, находился там на протяжении, наверное, 3 часов, видел 5 поклевок, но дело больше дальше не зашло. Сейчас достал балду, решил погулять с ней, погулять, посмотреть по старым лункам. Температура плюс 3, очень тепло довольно-таки, но поднялся небольшой ветерок, протягивает, замерз. Честно, поэтому ушел со своего места. Решил погулять по старым лункам, по мелику. Вот, посмотреть, попытать счастье по окуню. Плотва есть, но она как вяло клюет. Запаха от воды нету. Тот, кто ловил в глухоземье, знает, когда просверливаешь лунку, достаешь бур, соответственно, присутствует резкий запах. Вот. СО3, так называемый, запах тухлых яиц, разлагаемый водорослей, пока его нету. Вода более-менее чистая, ловил на глубине 2.30, но пока больше ничего не увидел. Сейчас попью чайку, погреюсь и выдвинусь дальше. Соответственно, дальше буду все это снимать.
заморочился я по поводу балды, сидел в выходные дни, вот у меня были, сделал несколько видов, и вот сегодня на водоеме клев неактивный, хожу, пробую, облавливаю. Вот первый результат, то, что действительно не ловится. Вот видео доказательство, так сказать. Это самоделка. Посмотрел, какой народ собирает, какие продаются в магазине. Ну, собрал свою. Ловит. К концу рыбалка, сегодняшний выезд на домашний водоем, это Сосновка, река Петрица Нижняя. Вот поймал я пару-тройку окуньков, обратно их утопил, все они были пойманы на балду, так называемую новую снасть. Ну, как новая, новая она для меня, потому что я делал сам своими руками. Кого заинтересует, там через определенное время выложу, наверное, скорее всего, сделаю все-таки я видео по тому, как я ее делал, как я ее собирал. Вот. Ну и по поводу безмоталки. Безмоталка сегодня, как ни странно, на удивление промолчала. Поплавки были, поклевки, но все без результата, мелочь. Поговорил с местными рыбаками, у всех то же самое. Ситуация, молчание, ничего интересного. Там около 3-5 штучек хвостиков. Стояли, как вы, наверное, уже увидели, 8 или 10, наверное, жерлиц, но все молчат. Вот. Рыба неактивна, начало февраля, 19-й год, давление идет на вырост. Сегодня-завтра последние два дня оттепели. Вчера не поехал, потому что вчера было воскресенье, народу много было. Вот, неинтересно, больше отдыхающих, чем рыбаков. Вот. А новости можно, в принципе, на форумах почитать. Так что как-то так. Ладно, всем удачи, удачных рыбалок, всего самого наилучшего. Увидимся, пока-пока.